Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте. Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о девятой главе книги «Бытия». Девятая глава включила в себя заключительную часть рассказа о Ное и потопе, и, может быть, можно также сказать, что это важнейшая часть всего рассказа. То, собственно, наверное, ради чего авторы и составители включили вообще эту историю потопа в книгу «Бытия», потому что сама по себе она была достаточно хорошо известна практически во всех ближневосточных народах в тех или иных вариациях. Но для составителей и, конечно, для того автора, который записывал эту часть текста, чрезвычайно важно именно то, что говорится здесь, в 9 главе. Во-первых, начинается она с того, что благословил Бог Ноя и сынов его. Благословил и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Вот после потопа, после гибели значительной части человечества, звучит некоторое благословение Божье, с которого начинается новая история, новый этап истории. Это благословение дается как будто бы заранее, наперед, потому что еще никакой этой истории нет. Это не награда, которую там, заработали или каким-то образом еще добились ее люди, а это то благословение, которое, с которым Бог как бы отправляет в путь это новое человечество, благословение, в котором благая воля Божья вот им выдана, так сказать, заранее. И вот посмотрите, при всем том, здесь есть очень интересная деталь в самом начале, которая, в общем, довольно неожиданная и не очень понятная. Вот Господь говорит, ну и с нам его, «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, да трепещут вас все звери земные и весь скот земной. В ваши руки отданы они все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Таким образом, этот рассказ до некоторой степени отменяет или изменяет то, что мы читали в первой главе, где сказано о том, что все земные твари созданы вегетарианцами и только зеленью травмы должны питаться вот здесь бог говорит человеку нечто противоположное все звери земные птицы рыбы все это но, все это отдано в ваши руки и вы будете этим питаться и в общем для Читателей и составителей это э, тоже, как и для автора, оказывается весьма и весьма важной деталью, потому что э, если бы дело ограничилось одним только первым рассказом о сотворении мира, где вот э, пища человека и всех живых существ становится зелень травная, это вступало бы в очевидное противоречие с той реальностью, в которой люди находятся. Вот здесь э, Бог одобряет э, поедание животной пищи. Ну и за прошедшие, конечно, два с половиной или больше тысячелетия, с момента, когда этот текст был составлен в более или менее окончательном виде, э, отношение к этому менялось в зависимости от э, мейнстрима, от господствующих тенденций, потому что в эпоху, когда, там, скажем, среди христиан э, пернстали какие-нибудь мистико-аскетические э, югического йогического вкуса течения, а там Монтаны или какие-нибудь еще другие ранние еретики, и гностики, ну вот, там считалось, что это ошибка и попущение со стороны Бога. В другие времена, когда трезвомыслие в большей степени обретало популярность да, среди христиан, ну, как правило, не думали, что Бог зря там погорячился или сделал скидку на какие-то человеческие немощи. Вот можно встретить в толкованиях самые разные подходы в зависимости от собственных взглядов толкователя, который он хочет обосновать. Кому нравится ветчина, а те говорят, что ну вот да, в этот момент принял Бог такое решение. Кому не нравится, соответственно, говорят, что это напрасно он это сделал, и надо было бы помнить тот рассказ, который в первой главе бытия. Но по большому счету, может быть, здесь принципиально важно для читателя увидеть э, жизнь живых существ как то, что на самом деле не должно быть подвластно. Не плоть как таковую, э, как, которая может быть или не быть пищей, а именно жизнь. И здесь, смотрите, в пятом стихе, вернее, в четвертом, Господь говорит, только не ешьте с кровью. Ну и тоже разнообразные, более или менее радикальные течения, в том числе среди христиан, на этом основании большие гастрономические ограничения себе придумывают. А что же, собственно, там имелось в виду? По-видимому, речь идет о каких-то таких вещах, каком-то таком пожирании, связанном с жестокостью, вот, с тем, чтобы есть живьем, с кровью, с душой ее, вот какие-то такие вещи, которые действительно в какой-то момент прекращаются в человеческом обществе, и в здравом имеет резвую память, люди так не делают. И, соответственно, авторы-составители говорят, скорее всего, именно о том, что это некоторое божье повеление, божья воля, то, что мы не едим живьем и сырьем. И надо сказать, что это очень поучительная история, потому что любого психически здорового человека возьми и предложи ему сейчас употребить в пищу нечто с кровью, с душой ее, живьем, какого-нибудь значит, пушистого зайчика. Это вызовет совершенно очевидную реакцию отвращения практически у любого человека. Ну, может быть, гипотетически в каких-то самых эм, примитивных и диких культурах, затерянных в дебрях каких-нибудь экваториальных лесов. Может быть, это и не так, но, в общем, я бы сказал, абсолютного большинства человечества, эта идея вызывает отвращение. И, скорее всего, не потому, что мы такие молодцы и сильно гуманные, потому что наши предки, излавляя разнообразных животных, вполне себе могли делать вещи, которые являются нарушениями этого требования, скажем так без неаппетитных подробностей. но э, да действительно э, существует по видимому некоторый запрет от Бога, запрет, который оформлен в виде завета, то что традиционно называют заветом с ноем и, и он действует и постепенно мы перестали это считать чем-то, относящимся к нашим отношениям с Богом, а думаем, что это такова наша природа. Природа ⁇ это природа только, она меняется в результате длительной истории жизни в условиях завета. Ну и, конечно, еще более важно то, что дальше в 5, 6, 7, 7 стихах говорится об ответственности людей за... Чужую жизнь, за, вернее, за э, посягательство на чужую жизнь. Вот Господь говорит: Я взыщу и вашу кровь от всякого зверя от руки человека, давая людям власть над живыми существами, власть употреблять их в пищу, Бог запрещает делать это с жестокостью и запрещает именно кровь, в которой, собственно, и содержится жизнь. И дальше мы видим с вами запрет на пролитие крови человека, запрет на то, чтобы каким бы то ни было образом пытаться приобрести власть над чужой жизнью. Я взыщу душу человека от руки человека. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, потому что человек создан по образу Божьему. Не имеет права человек убивать человека. Точка. Не обсуждается, когда это очень надо, или когда он такой плохой, что он заслужил вообще никаких условий. здесь речь даже идет о таком я бы сказал зоологическом смысле. у животных нельзя просто так кровь проливать и, и никому нельзя проливать кровь человека, нельзя и все и взыщу душу человека от руки человека, от руки брата его. Понимаете, кто прольет кровь человеческую, того, того ждет равное наказание. И это, в общем, то, что создает все человечество. Некоторое минимальное уважение к чужой жизни. К чужой жизни. Никто никогда, ни при каких обстоятельствах не имеет права и не имеет оправдания в посягательстве на чужую жизнь, что бы там ни думали политики всех времен и народов. Понимаете, нет таких оправданий и нет таких причин, ради которых следует, можно позволительно, убивать людей. Вот на самом деле такая удивительная, и очень серьезная вещь здесь содержится. И дальше говорится о договоре, который Бог заключает с Ноем. Мы, когда с вами обсуждали книгу Искот, уже говорили о том, что образцом того, что называют берит, договор или завет, является договор между властелином, победителем и покоренным народом, который обязуется выполнять определенные требования властелина и, соответственно, властелин обещает там, защиту от тех или иных бедствий или хотя бы от собственного гнева. Ну и обычно при таком договоре также существует некоторый памятник, символ, который эм, устанавливается где-нибудь там на границах покоренного племени и свидетельствует всем, что данное племя находится в состоянии вот договора с э, неким имперским властелином. И так вот здесь э, впервые в на протяжении повествования всего пяти книжия, вот появляется этот самый договор или завет, который Бог заключает с Ноем и сынами его. Бог, как тот, кто дарует прощение и жизнь, тот, кто пощадил Ноя и его потомство во время потопа, ну и, но и, соответственно, со своими сыновьями в данном случае выступает как некое вот покоренное племя, как это и привычно на древнем Ближнем Востоке. Вот Господь говорит: поставляю договор с вами и с потомством вашим, но договор не только с людьми. Удивительным образом, в 10 стихе договор с вами, с потомством вашим и со всякой душою живую, которую с вами, с птицами, со скотами, со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега. Таким образом, все то, что в предыдущем абзаце говорилось о неприкосновенности чужой жизни, да и своей тоже, неприкосновенности жизни, относятся в этом завете не только к Ною, но и э, ко всем, э, без исключения, животным, которые вместе с Ноем спаслись и вышли из ковчега. На практике это значит, что мы сами должны э, относиться к чужой жизни и животных тоже. Вот с некоторым благоговением, если пользоваться выражением Швейцара. Жизнь есть предмет благоговения. И просто так, знаете, как от безделья люди постреливают по каким-нибудь, не знаю, животным и птицам, не потому что им есть нечего, а именно от того, что им заняться нечем. Ну, это... В общем, едва ли одобряется этим заветом, а скорее нет, чем да. Ну, понятно, что, конечно, бывают и хищные и звери, которые представляют для людей опасность. Наверное, это все так, но это не вывод для, ни для автора, ни для составителя, ни для нас в качестве читателей. А для нас важно, что любая жизнь – является драгоценностью. Причем, в общем, жизни людей и скота являются ценностями сопоставимыми. Сопоставимыми. По крайней мере, с точки зрения вот этого предания. Теперь со своей стороны Господь обещает, поставляет завет с нами в том, что не будет более истреблена всякая плоть. Вот э, грандиозная катастрофа масштабов Вселенского потопа не произойдет, потому что Бог э, так обещал в этом завете. Обратите внимание также, что как и положено, как и должно быть в таком договоре, здесь речь идет и о знамении, которое... Э, Свидетельствует о том, что договор заключен и э, исполняется сторонами, не забыт, не расторгнут сторонами. Знаменем такого завета э, в случае завета с ноем становится радуга. И вот, э, конечно, замечательно автор пишет, что Бог предлагает радугу в качестве завет, знамения завета и говорит, что когда на виду облако, увижу радугу и вспомню завет мой. Ну, трудно сказать, до какой степени всерьез записывает это автор, потому что он понимает уже, что Бог ничего не забывает. Скорее это, конечно, знак, который нужен не для того, чтобы Бог не забыл свой завет, а для того, чтобы мы не забыли этот завет. Ну и в заключительной части этой главы содержится некая удивительная, очень своеобразная история которая, вероятно, для автора и составителей важна в качестве, так сказать, перехода к следующей части разговора. Это история про то, как Ной насадил виноградник, сделал вино и опьянел. И вот там лежал, обнаженный в шатре своем. И эм, хам один из сыновей Ноя, увидев это, рассказал там братьям своим о том, что вот там Ной лежит сильно пьяный и без штанов в этом самом шатре. Что, собственно, такого? Это же правда так? Понимаете, ведь э, можно пытаться говорить о том, что хам как будто бы ничего хамского не сделал, хотя именно в этом вся и штука. Можно говорить, что да, действительно, Ной вот был в этом состоянии, было вот так. Но хам проявляет здесь радикальное неуважение к отцу, которое вообще, знаете, как ржавчина, раз возникнув, разъедает человеческое сердце. Именно вот это неуважение. И автор рассказывает нам о возникновении, ну, понятно, что это такая какая-то форма, несколько литературная, но все-таки о возникновении хамства именно как неуважение к другому человеку. Причем, заметьте, что этот рассказ помещен непосредственно после рассказа о Завете с Ноем, может быть, как следствие разговора о благоговении перед жизнью, о том, что жизнь, любая жизнь, драгоценность, с которой нужно обращаться предельно, абсолютно бережно, а дальше разговор о других формах неуважения. Вот об этом хамстве хама. Так или иначе, для составителя, вероятно, и для автора тоже, это отправная точка для разговора о потомках, о том, что будет дальше с этими людьми. Здесь там, хам, отец Ханаана, После того, как его братья прикрыли наготу отца, не взглянув на нее, вот он подвергается проклятию, говорится, но и когда вот, проснулся, говорит, проклят Ханаан, а вместо этого благословен бог Симов и распространит бог Яфета, и значит, вот, потомки Ханаана будут им рабами. Почему это важно? Еще раз скажу, мы увидим в следующей главе.